В автомобильную аварию может попасть каждый. Не имеет значения, насколько хорошо вы водите. Обстоятельства в любой момент могут обернуться против вас. На дороге вы не одни. Аварию легко могут спровоцировать пьяные или неопытные водители. Состояние дорог в России вы знаете сами. Да и погодные условия оставляют желать лучшего. Однако после того, как авария произошла, дальнейшие повороты судьбы уже во многом будут зависеть конкретно от вас. Какие должны быть действия в первые минуты? В каких случаях следует убирать машину с проезжей части? В каких случаях вызывать ДПС, а в каких договариваться полюбовно? Как оформить ДТП? В этом видео я подготовил для вас пошаговую инструкцию, четко следуя которой, вы сможете лучше сориентироваться в конкретных обстоятельствах и избежать многих негативных правовых последствий. Посмотрите это видео до самого конца. Именно сейчас, ведь в момент аварии вам будет не до теории, а после просмотра ждем оценку и ваше мнение в комментариях. Итак, поехали! Ваши первые действия после ДТП. В первые минуты после аварии вы должны остановить транспортное средство и включить аварийную световую сигнализацию. Выйти из машины, установить аварийный знак, осмотреть место ДТП и оценить ситуацию с пострадавшими, если таковые имеются. При наличии пострадавших оказать им первую помощь и немедленно вызвать карету скорой помощи. Если пострадавших нет или их состояние не вызывает опасений, можно спокойно сосредоточиться непосредственно на самой аварии и начать закреплять детали ДТП для правоохранительных органов и для страховой компании. Необходимо зафиксировать все подробности аварии и факт повреждения автомобилей при помощи фото и видеосъемки, записать госномера и контакты остальных участников ДТП и других водителей и пешеходов, которые были очевидцами транспортного происшествия. Решить вопрос о необходимости перемещения транспортного средства в целях безопасности движения. Если повреждения автомобилей незначительны и пострадавших нет, обсудить возможность оформления аварии по Европротоколу с другим участником ДТП, либо участниками. Если полюбовно решить все вопросы по Европротоколу не получается, вызвать сотрудников ГИБДД. Следует учитывать, что в зависимости от особенностей конкретной ситуации, по некоторым из перечисленных пунктов отдельные правовые нюансы могут различаться. В качестве примера рассмотрим следующие ситуации. Установка знака аварийной остановки. Знак следует устанавливать четко по правилам ПДД за аварийным транспортным средством. При этом, если авария произошла в черте населенного пункта, знак следует установить на расстоянии от 15 метров до вашего автомобиля. А если авария произошла на скоростной трассе, то расстояние от автомобиля до знака должно быть уже не меньше 30 метров. Если ДТП случилось под пригорком, знак устанавливается на самой высокой точке возвышенности. А вот если авария произошла на перекрестке, то в этом случае необходимо установить сразу два знака, самостоятельно определив при этом наиболее опасные участки дороги. Важно! По закону знак аварии обязан устанавливать оба участника ДТП. Поэтому не стоит расслабляться, если вы видите, что второй участник уже поставил знак. Если водитель проигнорирует требования ПДД об установлении знака аварии или включении световой сигнализации, то прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД первым делом составят административный протокол по факту этих нарушений и только потом уже начнут заниматься непосредственно разбором ДТП. К слову, штрафные санкции за эти нарушения составляют 1500 рублей. Перемещение автомобиля после аварии. По общему правилу, водителям, попавшим в аварию, категорически запрещается перемещать транспортные средства и иные вещи, имеющие отношение к ДТП. Например, осколки стекла и отвалившиеся части авто. До прибытия на место происшествия сотрудников ГИБДД.
Игнорирование этого правила может привести к штрафным санкциям или еще более негативным последствиям, если в ДТП имеются погибшие и раненые. Однако не все так однозначно. В случаях, когда аварийное транспортное средство препятствует дорожному движению, согласно поправкам в законодательство, внесенным в 2014 году постановлением правительства за номером 907, водитель обязан зафиксировать первоначальное местоположение автомобиля в ДТП при помощи фото- и видеосъемки и сразу же после этого освободить проезжую часть. Причем сделать это желательно успеть до приезда сотрудников ГИБДД. Иначе невыполнение этого правила также может привести к штрафным санкциям. Так, убирать машину с места аварии или нет? Этот вопрос водитель решает самостоятельно, исходя из обстоятельств конкретной ситуации. Мы не рекомендуем перемещать машину в случае, если ДТП имело серьезные последствия, в частности, если имели место гибель людей или причинение серьезного вреда их здоровью. В случаях же не столь тяжелых, иногда имеет смысл проконсультироваться с сотрудником ГИБДД по телефону. Но полагаясь только на то, что скажет вам сотрудник ГИБДД, тоже не стоит. Необходимо принимать взвешенные решения по ситуации. Оставление аварии. Это самое худшее, что может сделать после ДТП водитель. Если имеет место обычное столкновение без тяжких последствий, то в случае оставления места ДТП вы реально рискуете лишиться прав до 1,5 лет. А если авария была тяжелой и в ней пострадали или даже погибли люди, то обязательно будет возбуждено уголовное дело, по которому вам могут светить реальные сроки. В этом случае мы рекомендуем незамедлительно обратиться не просто к автоюристу, а к адвокату с соответствующим статусом, поскольку только адвокат имеет право присутствовать на допросах и представлять интересы в суде по уголовным делам. Если вы находитесь в Москве, сохраните наш телефон на случай непредвиденной ситуации. В нашей компании есть адвокаты с соответствующим статусом. Тем не менее, в первые минуты после аварии, особенно если есть раненые и погибшие, водитель испытывает сильнейший стресс. И очень часто, не отдавая себе до конца отчет в своих действиях, водитель уезжает с места происшествия. Если это произошло, и вы осознали, что случилось уже через несколько минут, то самое лучшее, что можно сделать в такой ситуации, это как можно быстрее вернуться обратно. Если повезет, то можно попробовать списать это на кратковременный отъезд, например, в целях не создавать препятствия на проезжей части. А если не повезет, то у водителя есть шанс продемонстрировать свое деятельное раскаяние, оказать помощь потерпевшим и сотрудникам правоохранительных органов, что в будущем обязательно зачтется и может значительно улучшить ваши позиции в суде. Важно! Не считается оставлением места ДТП ситуация, в которой водитель в целях обеспечения медицинской помощи раненому доставляет его в больницу на личном автомобиле. Но здесь тоже необходимо соблюдать правила. Прежде всего, водитель должен оставить информацию о себе в приемном покое, а после этого вернуться на место аварии. Оформление дорожно-транспортного происшествия. В зависимости от обстоятельств аварии, ее участники либо договариваются между собой полюбовно, либо оформляют ДТП при помощи сотрудников ГИБДД. Первый вариант возможен только при одновременном соблюдении трех следующих условий. Автомобили получили незначительные повреждения. В аварии не пострадали люди. Размер ущерба и оценка обстоятельств аварии не вызывает разногласий между ее участниками. Если хотя бы одно из этих условий не соблюдается, необходимо вызывать сотрудников ГИБДД и оформлять ДТП по стандартной процедуре. В противном случае потом придется долго доказывать друг другу в суде, кто виноват и кому кто сколько должен. А при наличии пострадавших спорить придется еще и в присутствии следователя. Если же всех все устраивает, то участники ДТП вместе составляют схему аварии, подписываются под ней и оформляют факт аварии на ближайшем посту ГИБДД.
Если деньги выплачиваются сразу на месте аварии, обязательно оформляйте это распиской, в которой необходимо указать переданную сумму денег и факт отсутствия претензий. Второй вариант – стандартная процедура оформления ДТП. Подразумевает вызов сотрудников ГИБДД на место аварии. Прибывшие сотрудники ГИБДД осматривают место транспортного происшествия, устанавливают причины и виновника аварии и ее последствия, после чего оформляют необходимый пакет документов. Здесь очень важно проследить, чтобы схема ДТП, протоколы и иные документы точно отражали суть происходящего. Сотрудники ГИБДД тоже люди. Они, как и все, устают и иногда допускают небрежности в работе. Поэтому очень важно удостовериться в том, что схема аварии составлена правильно, а описание повреждений автомобиля является полным и соответствует действительности. Позже, когда вы столкнетесь с оформлением страховых выплат, все эти документы будут непосредственно влиять на конечный размер страхового возмещения. Немаловажное значение эти документы будут играть и при выяснении обстоятельств самого ДТП и установлении его истинного виновника. Поэтому мы рекомендуем: внимательно читайте каждый документ перед тем, как ставить на нем свою подпись. Не бойтесь показаться назойливым и настаивайте на внесении в схему и в протоколы и иные документы по ДТП тех фактов и обстоятельств, которые считаете важными. Если вы считаете, что авария произошла из-за некачественного состояния дорожного полотна, требуйте от сотрудника ГИБДД отразить в схеме и протоколе дефекты дороги. И обязательно настаивайте на вызове представителя дорожной службы. Как знать, может быть, именно дорожников обяжут выплатить ущерб, если их вина будет доказана. Но для этого необходимо зафиксировать все эти моменты в первичных документах при оформлении ДТП, потому что потом будет уже слишком поздно. Привлекайте свидетелей и очевидцев аварии, записывайте их госномера, контактные данные. Если они готовы дать показания на месте, требуйте от сотрудников ГИБДД зафиксировать их объяснения. Даже если сотрудник ГИБДД считает, что в данной ситуации это не важно, показания свидетелей, очевидцев могут в конечном итоге сыграть очень значительную роль, особенно если дело дойдет до суда. В этом видео мы при всем желании не смогли охватить весь спектр юридических проблем, связанных с аварийными ситуациями на дорогах. Поэтому мы пошагово осветили только самые основные моменты, на которые обязательно нужно обращать внимание в случае аварии. Если же вы считаете, что мы упустили какой-то важный момент, напишите нам об этом в комментариях, и мы снимем еще одно видео по теме, где их рассмотрим. А у меня на этом все. Подпишитесь на канал и поделитесь этим видео со своими знакомыми автолюбителями. Наша инструкция может им пригодиться. Ну а если по факту ДТП вам понадобится помощь грамотных юристов и адвокатов, чтобы защитить ваши права или добиться адекватного страхового возмещения, не тяните время. Обращайтесь к нашим опытным юристам и адвокатам, специализирующимся в области автоправа. Наши контакты есть в описании к этому видео. Удачи и успехов вам и вашим близким. Будьте бдительны на дорогах. До новых встреч!